Сейчас мы продолжаем дальше наше движение по Александровке. И вот мы приехали к семье, где трое деток у мамы. И линия фронта недалеко, как всегда. И мы предоставляем продукты от замечательного движения «Антивойнасорг концерт» под руководством Михаила Цветкова, Евгения Рындиной. Благодаря этим замечательным людей, вот мы уже продолжительное время здесь, на Донбассе, кормим и помогаем людям. И вот сегодня мы привезли продукты, продуктовые наборы, которые вы видите. И я думаю, что как-то семья сможет немножко, им станет легче, и они свои финансовые положения поправят, хотя бы на продукты тратиться не будут. Сзади нас их огород, также они, у них есть козочки, они пытаются как-то выжить, завели хозяйство, но из-за постоянных обстрелов здесь жить. Сильно у вас здесь стреляют? А когда последний звонок? Весело было? Да. Страшно вообще? Подвал хавают детей, да. Где-то ты поцарапался? Упал на дворе. На дворе упал. Ну вот, видите, вы помогаете. И вот обидно, что вооруженные силы Украины с таким деткам стреляют. Спасибо вам большое, что не забываете за наших деток, за нас. Будет нам частица помощи легче, как вы сказали. Большой низкий вам поклон.